Мы сейчас находимся в лаборатории хроматографии. Здесь мы проводим определение биологически активных веществ в крымских растительных эндемиках и редких краснокнижных видах растений. В настоящий момент идет валидация методики определения протодиосцина в растении Tribulus terteris. Предварительные наши исследования показали, что в крымском сырье значит, стероидных компонентов содержится больше, чем в других регионах России. Это открывает перед нами очень такие широкие достаточно перспективы для культивации растений и производства биологически активных добавок. Предварительно подготовленная проба попадает в автосэмплер хроматографа и производится ее идентификация, значит, в соответствующем детекторе. Полученные результаты выводятся на экран монитора, где мы можем видеть соответствующие пики растений, компонентов. В данном случае это вот протодиосцин и другие вот некоторые стероидные компоненты.